С небольшим опозданием, ребят, все-таки врываемся на финал Dream League. У нас DreamHack начался, все дела. С вами по-прежнему Тираныч. И мы врываемся на игру Fnatic против Natus Vincere. Формат игры BO3, счет 0-0. Поехали! Так. Блин, почему? Нету новости. Reserve time. Как так-то? Prime time, prime time, prime time. Все, нашел. 10 seconds remaining. Разделили на две. Ага. 5 seconds remaining. Понял. Ладно. 10 seconds remaining. Так, значит, на Лану писать не надо. 5 seconds remaining. Так, что у нас тут? Диатим бан. Нави, лайфстиллер, клок, шторм, забей. Походу вообще забей. Если Нави сольют таким пиком. Не. 10 seconds remaining. Не. Так, Фура, Висп, Лич, Энигма, странный бан на самом деле. И Фнатик, бан, Козы, ЦМки, Чена. Господи, это что за респект баны против Пупея? Почти всего Пупея поперебанили. Инча, ЦМ. Ладно, Last Bane, Last Ban Bane. Ну и смотрим за Last пиками. Так, тут Hardline, Mid, Дабла, нужен третий саппорт. Для Пупея как раз. Вчера Фнатики Альянс унизили как пятиклассниц. Че-то походу Альянсы после MLG вообще на спаде. Ну ладно, посмотрим, как сегодня будет. Коза вчера божила. Понял. А вот это не очень хорошо. Ну, против Вивера, против Пака, почему бы и нет, против той же ВРки. Виномантер, Титан, Пак, Вивер. Блин, такой худой пик вообще, вы посмотрите. Дрищи. А тут Клок, Лайфстиллер, Висадж. Ну, посмотрим. Бульдог лажал на медведя. Блин, ну как я мог пропустить первый день-то? Кто там? Кто там? Не знаю, кто это. Я не знаю, кто прислал мне на Киви 500 рублей. Ребят, ну огромное вам спасибо. 10 seconds remaining. Очень приятно. 5 seconds remaining. Кстати, по поводу Киви. Мне нужно еще Волнту отписать. Привет. Жду второй перевод. Ладно, все. Так. Ну, блин, у Нави вообще очень сильно... Что, было 5, что ли? А почему? Да не может быть, было 5. Походу, в натуре было 5. Где расписание DreamHack? Так, тут не написано формат проведения. Да ну, было 5, вы чего? Психанули, что ли? DreamHack сегодня в 13 сет. Твою мать, было 5. И лузера было 5.
И вообще все игры было 5. Ой, лалки. Что ж не делают-то, ироды? Альянс Ликвид тоже было 5. Они сделали финалы, было 5, все игры. Класс. Супер, нечего сказать. Было 5, да было 5. Че, why not? Редактируем новости. И, Господи Иисусе. Две игры формата было 5, а не было 3. No Life, а вот я где прем купить. Тыкни на смену качества, там есть вкладка премиум, там можешь купить либо личный премиум на один мой канал, на один мой плеер за 60 рублей, можешь купить общий премиум на все гудгеймовские плеера стоимостью в месяц 150. Ну там уже тебе выбирать, смотри сам. Ты все равно меня больше на Твиче смотришь. А запись идет? Ну, еще и запись идет. Интересно. Привет, Каренчик. Было 5. Ну, вчера только смотрел расписание, было 3. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, ничего же страшного, ребят, да? Подумаешь, ну постримим сегодня до 3 ночи. Тебя не привыкать, да вообще изи. Кстати, странно, что у тебя до сих пор синий ник. Да ладно. А что за пауза-то? Микрофон у кого? У Нотейла? Беда. Привет, Норвзен. Это иконка шторма у Нави на третьем слоте? Да. Ну, в скайпе разговаривать 2 суток норм. А что, было такое? Такого не помню. А что они передумали-то, так сделали, все было 5 игры? Что, поинтереснее? Или дали Альянсам шанс на отыгрыш? Ладно, поехали. Не могу Вилат слушать и всех их. А, ну это ты уже писал. Так, Ноутейл Виномансер, Ноутейл будет Макси Гель. Это я точно знаю. Эра на Вивере, Трикси Лерка, Хани Пак, Флай Титанчик. Скрины были даже у меня. О чем мы там сутки разговаривали в скайпе? Так, надо еще открыть СК2ТВ чат, это не очень-то удобно на самом деле. Картинку прислали. DreamHack TV. Ух ты, как в новостях. Ну да ладно. Все, это закрыть, это закрыть, это закрыть. Поехали, БО5. БО5. Будет весело. Что тут еще могу сказать? 30 seconds to battle! Завардили. Так. А стоит ли такую триплу выдвигать против триплы Нави-то?
Я понимаю, конечно, Титан и Веник, но там begins. Просто Сентри поставит и Эру унизит, я думаю. Вот и все. Пенант. Я еще и пенант забыл. Пенант. Все. Пу-пу-пум. Так, крипстат стоит, все правильно, все включено. Ну что ж, Дэнди на шторме против Хани в миде, на паке Эра в топе будет стоять с Флаем и Ноутейлом против Хвоста, Пупе и Куроки. Ой-ой, сразу врыв вот такой. У Хвоста проблема, включает рейдж. Уходит пока что еще тычка. Боже ж ты мой, отпивается фласка, на 20 хп уходит на развороте. Что-нибудь сделает Пупей. Еще одно змено в Нотейла, будет еще одна тычка, да, забирает ФБ. Пупей живет, Хвоста проблемы, 40 хп. Ну и Эра в шикуче спокойно уходит. Вы посмотрите, как нахарасили-то. Жесть. Это ж как тут навиком стоять-то? А это всего лишь Титан и Виномансер. Так-то. Ну, ФБ забрали. Думаю, сейчас что-то будут придумывать. В принципе, видите, если так вот неплохо так мансовать, кайтить, неплохо получается подраться на развороте. Особенно с учетом того, что есть висадж, и висадж уже второй левел. Так, у Хвоста все-таки проблемы. Включает рейдж? Нет, ну тут он не выживет. Тут просто сейчас его Эра догонит, его тут никак не засейвит. Или засейвит. Но Эра должен убивать Хвоста сейчас просто-напросто. Нет? Что такое не очень-то? Долго он бежал в шикуче, если был бы рядышком с командой, я думаю, забрали бы Хвоста, а так, видите, выжил Санек. 11 крипов у Дэнди, 3 крипа у Хани, на ход залетел. А не слишком ли ты нагло, братюнь, ты делаешь? Еще фласка как бы есть у шторма, так что и банка сейчас прилетит. Ботинок... Базилька, ну и Хвост бедненький, 2 крипа у него есть. Пока на этом все. Не, Хвосту тут точно тяжко придется. Так, Фаник Трикси. Фаник Трикси. Третий левел. По крипам у Трикси 6, у Фаника 8. Ну, я думаю, в Эрке не так уж и... Сложно стоять против Клокверка. Да и как, в принципе, и Клокверку. Так, ну... Экшена в топе, я думаю, будет достаточно. Чтобы отсюда не спускать глаз. Хвост, 400 голды. Нет, тут даже на ботинок. О Миндасе и речи идти не может. Да, единственное, конечно... То, что такая трипла может просто загнобить. Так, пострал в Пупея, гель. Пупея проблемы. Откидывается тычкой. И пошел врыв, да? Есть центри, минус эра. Хорошо, размен саппорта на керри все-таки, как-никак. Ну и на самом деле, надо избавляться от этих вот слов паразитов, которых я говорю раз по 30 за день. Хвост с топориком. Radiant's bottom tower is under attack. Чё тут Фаник наполучал? Коги. Не те коги. Ой, что ж ты, Глеб. Не тот выбил слот. 2-3. 2-3, ну реально очень жесткая трипла у Фнатиков. Я не ожидал, что будет настолько жестко. Ладно, у Дэнди 24 крипа, у Хани 10. Себе Хани. Хвосту законтролил. Ладно. Так, и Хвост ушел фармить леса. Просто-напросто ушел фармить леса, ну потому что реально... Там ему в мели вообще делать нечего. Просто подходит на гель и начинаются проблемы. Причем очень жесткие проблемы.
Ребят, не верьте тому, что показывают коэффициенты на Dota Lounge, потому что, я думаю, и вчера Fnatic против Альянсов коэффициент был в пользу шведов. Ну, как вот... Я еще раз говорю то, что я сам вчера не видел, но, как мне рассказывали друзья, там вроде как Fnatic просто порвали Альянсов. Так что бог его знает, это Dota, тут возможно все. Но хотя на финалах мало кто расслабленно играет, поэтому... Так, 2-3. Ох, проблема у Куроки, просто попробую сделать тэп-аут, но не успевает, слишком тут много дэмэджа. Уэр, кстати, 1400 на руках, вполне возможно покупка Мидаса, что в принципе он уже должен делать, нести себе рецепт. Но если Эра исполнит фаст-радик, я буду только рад. 1000 лет не видел ферст-айтем радик на вивере, честно. Дим, это финал? Это финалы. А, в данный момент вы смотрите финал виннеров. Так, ага. Фейзы на Триксе. Как дела у Фаника? У Фаника почти фейзы, есть банка, 2 стика, щит. Мне кажется, у Пупея сейчас будут проблемы. Так, Snow Life, ты разобрался? Или тебе помочь с премиумом? Да, это Мидас. Только не понимаю, почему Эра сразу не принес себе рецепт, просто сейчас бы дошел, купил перчатку и уже бы съел крипа. Простой Мидаса. Семь Мидасов уже было. Семь Мидасов я видел на МЛГ. Так, врыв на Пупея. Пупея вроде на... уходит на замедление. Да, ах, вот это неплохая тычка в ноутейла. Куроки добирает, но Пупея умирает. И, скорее всего, Куроки тоже отсюда не уходит. Попытается сейчас нахарасить Эру, но это бесполезно. Эра выживает. Ох, нашли хвоста. Есть ульт, есть сайленс, есть орб. Рейдж! Но под вешку Хани не полезет. Не, мог, конечно, рискнуть и ворваться там с сайленсом, с ультом. Мог бы забрать хвоста. Хвост мог от него откушаться, кстати, неплохо. Так что... Очень рискованно делать. Так, врыв на Фаника, еще и связка, гель, пауэршот. Но тут ему никак не уйти, просто тэп-аут с места. И чуть-чуть ему, конечно, не хватило, буквально секундочки, и тот бы улетел. Но не фартит пока что. 6-4. Давайте посмотрим на графике. Качельки. Качельки, но преимущество пока что за Нави, как ни странно. А, вот он, да, вот врыв Фнатиков в графике. По XP уже на 500, но я думаю, голда тоже не заставит себя ждать. Что ж, Флай 6 левел, Эра 6 левел. Лоу. Вот понаубивали-то. Их лесной хвост. Че, терпеть надо. Навиком. Так, ну вот есть фамильяры, будет попроще. Как там дела у Дэнди? У Дэнди ПТ, 100 голды. Но пока что не стоит рваться на эту триплу. Там слишком много дэмэджа. Привет, Джерри Джонс. Ох, минус Пупей. Да, это было очень больно. Врывается Фаник, врывается на крипов. На флай не получилось. Дэндик! Связка. Ох, ты ж Трикси, какие чудеса творит на развороте. Минус Дэнди. Врыв на Фаник, астралом откидывается, забирает флай, но сам умирает. Боже ж ты мой. Слушайте, а Фнатики показывают неплохой результат.
Их прям как подменили, кстати. Но они, в принципе, на МЛГ неплохо выступили. Но... загнобить две топовые команды мира, вот причем вот так вот, грубо говоря, на изи. Жестко. Но я вижу, у Трикси будет еще один Мидас. Итого два Мидаса, он у Тейла пока что нет. Флай, Арканы. Хани будет Тари Даггер. Прям глаз. Удивляется. Что-то новенькое на просцене, это же круто. Да, альянсам, конечно, тяжело сейчас приходится. Все уже давно научились играться против Лоундруида и Фуриона. Надо им придумать что-то новенькое. Надо сажать Адмирал Бульдога на каких-нибудь жутких героев, типа там, не знаю, Дума. Десять пять, и графики уже неплохо так достигли отметки в 2000, что по голде, что по экспе. Ладно, посмотрим на реализацию шторма с лайфстиллером. Правда, у хвоста не очень еще скоро будет армлет такими темпами. Ну и фейзы нужны, или ПТшечку. Нави фармит. Нави проигрывает драки, поэтому и фармит. Radiant's middle tower is under attack. Oh, cover your eyes. Dire's bottom tower is taking a drubbing. В принципе, лайфстиллер неплохо разбирает пик фнатиков. Ну а вивера можно зафокусить при помощи шторма и скарафмага. Посмотрим, как это они сделают Нави. Пока что все не очень удачно в этом плане. Минус тир один в боте. Я боюсь смотреть на Networds. 6500 у Эры, 4200 у Трикси и 4300 у Хани. Тем временем Дендик 4000. Ну, хвост худо-бедно почти 4000 выформил. Так, ну два Мидаса, конечно, сейчас будут неплохо так сказываться на графиках по голде. Ладно, что же будут придумывать Нави? Radiant's middle tower is under attack. Так, у меня что-то стата упала. Ладно, поднялась. Ждем драку! Боже ж ты мой. Вот это да. Я не успел даже слова сказать, как Дендика сразу забрили. Связывает Пупея, неплохой ульт. Пупей минус. И хвост остается 1 в 4. Ха-ха-ха-ха. Вот это да. Реально, фнатики просто радуют. Ребята вообще не хотят отдавать DreamHack. И минус тир один в миде. Нави сейчас просто разорвало по частям. Ну там мало того, что... дикий перефарм. То есть даже по айтемам уже Нави в пятой точке сидят.
Тут Dagger, Midas, Faze. Ну хотя ботинок. Тут пока ничего страшного, пока у Фнатиков нету. Но скоро появится. Вот Форстаф у Трикси. У Хани Dagger есть. Остается ждать пару слотов на Эри и практически все. Линка вот уже есть. Мидас что-то не юзает. Ага, вот, проспал. А, у Нави, у Пупея ботинок. Белтон Стрэндж базилька. У хвоста Мидас щит. Дэнди хочет БКБ через Огр Клаб, уже закупается Фейзи на фанике, ну, блин. Нави реально сейчас что-то... То, еще один Мидас. Тошнит уже от Мидасов. Я думаю, когда уже начнет переходить все границы, да, то есть в каждой игре будет уже у каждой команды по 5 Мидасов, я думаю... Ice Frog не пропустит эту тему и пофиксит Мидас. Просто-напросто. Как же раздражает этот анонсер. Боже ты мой, забыл. Сейчас, ребят. Ну я просто так... Запрос от мем был отклонен. Извините, товарищи, это не я. Просто внезапно ворвался на Dream League. Заткнись! Блин, там драка. Ну что ж такое-то? Минус 2 врывается фаник. Ну что, заберет Нотейл, да, еще фамильяры падают, неплохой прокаст. У Хани проблема, у Хани Сайленс. Забирает он фаника, но он уйдет на форстафе. Трикси. Цепанули хвоста, сбрили. Эра идет дальше, минус Куроки. Астрал накидывает, в таймлап возвращается Дэнди, стягивает Трикси, как бы сейчас сам не отъехал. У Эры проблемы, 130 хп, с стиками отжирается. Но за ним уже летают фамильяры. Дэнди уже съел все свое МП. И размен, конечно, не в пользу Нави. 19-6. Рожденные побеждать сливают в хлам. Фамильярчики падают. Да, вот этот поворот. Так. Стандарт, стандарт. Нет, не тот стандарт, вот тот стандарт. Все, 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 ребят, не будет больше анонсера шторма сегодня. Опять же, дико извиняюсь, ну, вот, 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 не подготовлено врываться на стримы турнира. Вот к чему это приводит, к тому, что все криво, все тупо и... Вы поняли. Как можно пофиксить Мидас? Меньше голды, больше кулдаун. Как-то так. Так. Окружили здесь Фнатиков. Дэнди врывается на эру, получает сварм. Тут просто уходит шикучий фаник, промахивается. Не попал он по ноутейлу. Пытаются найти эру. Как? Пока что Дэнди стоял только... Гель с ультой, выживет ли? Банка отпивается по колде, но вроде выживает. Проблема у Фаника. Куроки уже забрали. Ну, Эри пофиг на батарейке. Он закрывает себя в коге вместе с... Ух ты ж. 21-6. Я думаю, Пупей сейчас не выдержит. Реально, это просто карнавал, просто разрыв. Так, неплохие фамильяры. Пупе хочет забрать ноутейл, но у него пока это не получается. Сейчас смухлай, просто руки накидает, вовремя вырывается Дэндик. Дэндик под ДД минусует ноутейла. Но снова уже нет. Ну, мана, отличная связка от Трикси, минус Дэнди. В это время еще забрили Пупея. Как-то не очень все удачно. Да, я не ожидал, что один из топовых пиков Нави потерпит такое поражение от Фнатиков. Реально, я думал, тут просто фривин для такого пика от Нави. Фаник на клакверке, хвост на лайфстиллере, Дэнди на шторме, там Куроки на висадже. Единственное, конечно, вот Skyraf Mag не очень мне понравился, но все равно. Неплохой выбор Skyraf Mag, как раз против Верки, Вивера и Пака. С
сколько киллов у Вивера. Да страшно смотреть вообще. 9-1. 6-1 Хани, 6-1 Трикси. Ой, 1-0 Хани, 6-1 Трикси. 2-4 Нотейл и Флай 5-2. Да. Домашняя заготовка от Фнатиков. Ну, не забанен Титан. Кого там банили? А, Виспа банили. Виспа с Фурионом забанили Нави. Фнатики забрали Титана. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Или на Мансера. С гемом купей, с одним фамильяром, падает Т2 в топе, осталось две вышки у Нави на лоу-граунде. Ну и скоро надо будет заходить на хай-граунд. Ладно, Рошан. Я сомневаюсь, что Нави смогут подраться на Рошане. Скорее всего, они там получат по щам. Но решаются на смоуганг. Так, реализация инфеста. Хани не убил. Сайленс. Минус Хани. Пытаются догнать Нотейла. Догоняют. Пошло замедло. Стяжка. Откидывается ультой. Ультой только по троим. Дэнди идет дальше. Дэнди вообще неугомонный. Пытается сейчас найти Флая на хосте. Посмотрите, как проседает. Врывается еще и Фаник. На кого? Вивера забрили. И Флая тоже. Ну это камбэк. Хвост, правда, умер. А так минус 4 делает Нави. Ух, если игра дойдет до лейта, до глубокого лейта, я имею в виду минуту 40-ю, 50-ю, это будет очень жестко. Dire's bottom tower is under attack. Ой, весело будет. Ну что ж, Фаник с форстафом. Как там дела у хвоста? Есть армлет, медас, фейзы. Ну, потихонечку выфармливает. Потихонечку, понемножечку, но выфармливает. Дэнди, как там БКБ? Через 1000 БКБ, только через 1200. Трикси свяжет. Сайленс, связка. Пауэршот, Фаник в это время врывается на Трикси под батарейкой. Но Дэнди улетает, живет, хилится, живет. Так, минус Трикси, Фаник живет, на форстафе уходит. 1-0. Сварм. Ну все, надо регениться, уходить пацанам, потому что сейчас просто ворвется. Вот этот парень, ему парень уже дезолятор. Это уже очень опасно. Сурки он будет накидывать неплохо. Ну то есть Скараф Мага, Висаджа и Шторма он просто будет пополам. Radiant's bottom tower is under attack. А не догон ли это? Radiant's top tower. Хани, кажется, слишком рано начал фаниться, но если я не советую ему собирать догон на самом деле. Потому что игра может затянуться. И от догона не будет особой пользы. Регенчик. Вот Куроки бы какой-нибудь там форставчик, я не знаю, Ротофатес, там Пупею бы аганимчик. Вот тогда начнется веселье. А пока что эра унижает. Radiant's bottom tower is under attack. Так, сейфти 2, хвост рейдж ТПА, вот, ну, эра же под дезолятором просто сбривает хвоста на ровном месте. Не успевает Санек сделать ТПА-аут.
26-13. Походу, все-таки будет баталия за Рошана. Небольшой кумбэк сделали Нави, но, конечно, преимущество Фнатиков очень жесткое. 10 тысяч по XP и по голде не меньше, даже за 12. Минус тир 2 в боте. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Ну, первый гоу скипетр уже куплен у Фаника. В принципе, этим вивер неплохо контрится. В это время Нави забрали тир 1 в миде. На кого там врыв? Где пак? Пак. Пак все-таки решил форстав купить. Ну, это правильно. Но я уж реально испугался, что Хани будет фармить догон. Не, он, в принципе, мог покупать догон, когда они просто унижали Нави, но вот этот камбэк 2 в 4, конечно, дал призадуматься о покупке. 26-13. Дендикс БКБ. Хвост с Башером. Вот уже посерьезней. А, у Пупея... Ну, есть Point Booster, есть Ugar Club, но есть и Belt of Strange. Возможно, конечно, Саша с переходом в Алибарду, но, возможно, Аганим. Вот такой двоякий закуп сейчас у Пупея. А, ну, и у него, в принципе, ПТ нету. Но Алибарды, конечно, не помешают. Боже ж ты мой, еще из ДД. Ну все, Фнатики вполне могут сейчас забрать Рошана и уже пробовать заходить на хайграунд. У Эры 2800 плюсом на кармане. Он сейчас может еще и быстренько себе 1000 выфармить и купить БКБ. Ура, в общем, тиранович, как обещал, премию я купил, хотя хз, зачем он мне на ГГ? Ну, я же турниры буду на ГГ стримить. На Твиче я уже не буду стримить турниры, так что можешь врываться на трансляции турниров. Как-то так. Ой, сейчас мясо будет, конечно. Когда в Фнатики будут заходить на хайграунд, будет не то, что мясо. Так, врыв на форстафе, пауэршот, Куроки могут цепануть. Пошел Салис, на двоих ульт, минус! Врывается Дэнди. Дэнди, БКБ, что-то слишком поздно прошел, уже пол хп нет, врыв на флая. Неплохая ульта по троим, догрызает в флаях. Дэнди пытается уйти, но его просто эра сейчас загрызет. Неплохие коги, конечно, от Фаника, пытается он под батарейками сбить Трикси. Размен пока что 3 в 1, минус хвост. И Фаник тоже не выживает, походу. Включает голдскипетр, откидывается когами, ТП у него нету, да, минус Фаник. Это тимвайп. Ультракилл. А кто сделал ультракилл? Хани ультракилл. Ну, в принципе, четверых забирают Нави. Дэндик выкупился. Ой, жесть. 31-17. Ну, что-то рановато на хайграунд зашли. Оставили бы, не знаю, там, Фаника в покое. Выжили бы, в принципе. 3-300 у Эры. Да БКБ 600, но будет ли он покупать БКБ, бог его знает. Он может продать медас, купить БКБ. Но продавать медас надо только в том случае, если ребята будут уверены, что они просто сейчас пойдут и закончат игру. А, флай, арканы. Как там у хвоста дела? Смоук. Кираса потихонечку готовится. Привет, МНО. Так. Ага, хвост что-то психанул, залез в Фаника. Сейчас ракетка чекнет. Нашли ноутейла. Ноутейл просто форстафе уходит. Чуть Дэнди не встрял. Блин, такое затишье перед бурей. Я прям жду еще одну драку. Криты.
Блин, как его убивать-то? Если еще будет Аегис у Эры, будет совсем плохо. Но шансы есть, шансы есть. Сдаваться, конечно, не стоит пока что. Навям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обходят. Обходят. Оп. Боже, что мой Глеб! Хвост, рейдж, пошел! Вырывается Дэнди, пошел под БКБ, минус ноуте. Ноуте успел скинуть ульту, эра, таймлап. Флая пытается сгрызть, пока что мансует. Размен один в один, у Пупея проблемы, минус Скайров Мак. И эра догоняет. Минус нули еще и Пупея, выживает только Дэнди с хвостом. Но не факт, что они выживут, потому что эра гонится. Просто тычка, еще одна прилетает, но заевейдил Дэндик. Пассивку пак. Пассивку Вивера. 3 в 1 размен. Жесть, мясо. Реально, жесткое мясо. Хвосту вот не хватает пару айтемов. Это Кирасы и Дезолятора врываются просто вдвоем. У Дэнди проблемы, ему еще и Сайленс накидывает. Еще помимо этого все зали. Хвост загрыз Флая. На минус 0. А был смысл врываться-то 2 в 4? У Эры еще и Аега врывается. Фаник один. Ну куда ж ты? Что творят Нави-то? Зачем по одному отдаваться? Забей. Раз, два, три. Вот это самый идиотский поступок от Нави в этой игре. Просто вчетвером по одному отдались. Забей. Такой бред. Прилетели Дэнди с хвостом вдвоем отдались. Ворвался Фаник. Неизвестно зачем отдался Куроки. Тут куда-то пошел. Да. Ну что, минус два лайна как минимум. Нави уже не те. Да ну прекратите. Нави не те. Нави какими были, такими вот два года играют. Дисбанд. Тридцать восемь девятнадцать. Ну, все-таки это best of five, поэтому не стоит разочаровываться особо, не стоит паниковать. Все мы знаем, как Нави любят сливать первую игру. Неважно, было 3, было 5, было 7, Нави любят сливать первую игру. И хотя по пику видно, что они не готовы были сливать, но как-то не пошло. Да и в конце концов они еще не слили. Мало ли, сейчас тоже фнатики расслабятся и пойдут, начнут по одному отдаваться. На развороте, наверное, просто смогут снести им пару лайнов. В конце концов, хвосту Дезолятор, Кирасу, и он будет просто... Ну, слишком много времени тратит на флай, на самом деле. Пытается его быстро сбрить, и не получается, и в это время просто Эра нарезает полкоманды. Маркелова нужно. Но минус лайн, конечно, плохо. Но ГГ еще нет. Трон еще стоит, в конце концов. Вторые некра у Трикси. Тут до третьих, я так понимаю, немного осталось. Что там у Эры? Дейдалус. Ну хвост даже Кирас не успеет выформить. От Кирасы смысла особо много не будет. Там плюс и минус броня, это, конечно, хорошо, но с руки бы тоже тычка не помешала. Хекс еще у Хани. Не. Раз фамильярчик. Ну, хоть бы душами откинулся бы Пупей. В ту же ВР-ку было бы неплохо. Два хекса у Фнатиков.
вторые Некра, тут пятислотовая эра и хвост с армлетом и башером. Врывается эра, посмотрите, на Пупею просто сбривает по ХП. У него половину прокаста скинули, он сейчас просто на таймлапе вернется. А у него Аега, зачем ему возвращаться, в принципе. Ну ладно, держится, держится, держится. Пока что. Пошел сварм. Пауэршоты. Эра неплохо так подбривает вышку с двух тычек. Так, ворвались на эру, сразу у него пытаются все вплюнуть, уходят на таймлапе и даже Аегу не выбили, сами потеряли вышку. Хекс в Дэнди. Ох, как ульта-то по двоим заехала. Минус 3, минус 4. Дэнди пока что живет в БКБ. Минус 4. Минус 5. Да. И со счетом 42-20. Нави пишут, не пишут? Нет, пока не пишут. Вот опять, ну врыв на флая просто. Ну слишком много реально тратит время на флая. Вот посмотрите, пока флая убили, убили Дэнди и забрали хвоста. ГГ. 45-21. Ладно. Best of 5, поэтому ждем вторую игру. Где новость или сетка на турнир? А новость на главной. Сейчас покажу, короче. Не, ну Фнатики реально радует глаз. Хочется прям вчерашние игры против Альянсов посмотреть.